Мужчина сгорел в страшном пожаре в Саратове. Еще 4 человека, среди которых 5-летний ребенок, сильно пострадали. Возгорание произошло ночью в Кировском районе города. Огонь охватил деревянный дом номер 238 на улице Рахова, площадью около 150 квадратных метров. В этот момент в помещении находилась семья из 5 человек. Вследствие пожара погиб 50-летний мужчина. Он не успел выбраться из полыхающего дома. В огне серьезно пострадал также и 5-летний мальчик. Ребенок получил ожоги 3-й степени. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Саратовский центр термических поражений. У мальчика обожжено 70% тела. Его бабушка также получила ожоги 3-й степени. Сейчас за их жизнь борются врачи. Мать и отец ребенка отравились угарным газом. Они доставлены в 8-ю городскую больницу. Дома было недостаточно тепло. Поэтому я даже вот не знаю, в чем они там грелись. Да теперь надо, пока никогда не выйдут с больницы, тогда надо будет с ним договаривать. Ну, у нее 35% ожога, а у маленького 70%. И еще плюс ожог легких. После тушения горящего дома в Саратове пожарные обнаружили на месте газовый баллон и тепловую пушку. По предварительным данным, обогревательный прибор мог стать причиной пожара. Сейчас по данному факту проводится проверка.